В Таразе полицейскими совместно с нашим телеканалом было организовано рейдовое мероприятие в рамках профилактики подростковой преступности. Как известно, лицам, не достигшим совершеннолетия, не разрешается выходить на улицу без законных представителей после 23:00. В связи с чем сотрудники полиции и наши корреспонденты посетили около 15 кафе и ночных клубов. В ходе рейда было составлено 15 протоколов за противоправные действия подростков. Кроме того, был задержан 17-летний парень за управление транспортным средством. Соответственно, инспекторами было сделано предупреждение его родителям. Также к административной ответственности был привлечен и оператор компьютерного клуба, запустивший лиц, не достигших 18 лет. Такого рода мероприятия будут проводиться еженедельно по выходным, говорят представители компетентных органов. За данный вид мы доставили за различные правонарушения около 20 несовершеннолетних и взрослых лиц, в том числе были привлечены по статье 132 административного законодательства, то есть допущение нахождения совершеннолетних развлекательных заведений в ночное время после 22:00, двое администраторов. За это же нарушение аналогично, только родителей, нахождение детей на развлекательных заведениях, было привлечено 5 родителей. И, кроме того, были доставлено 9 подростков за нахождение в ночное время в нежилище после 23:00 без законных представителей.